Меня зовут Максим Филиппов, я документалист и заядлый рыбак-путешественник. Я странствовал по всему свету и ловил разную рыбу. А сейчас я живу на Тайване. Я очень хочу, чтобы люди из разных стран как можно больше узнали о Тайване, его людях и культуре, их гостеприимстве. Главное в моих путешествиях – это знакомство с новыми людьми. Этот уникальный остров полон удивительных красот. Стремительные горные ручьи, глубокие водохранилища, убаюкивающие прибрежные морские воды, манящие острыми, словно бритвы, пиками и величественными хвойными великанами горные маршруты. И, конечно, рыбалка. Ведь в первую очередь я рыбак, а рыбалка даже больше, чем путешествие. Без труда не выловишь рыбу из пруда, говорят в России. Порой, чтобы добраться до места, нужно преодолеть сложный, а часто опасный путь. Но красота дикой природы, встречи с интересными людьми и, конечно, рыболовный азарт компенсируют все неудобства с лихвой. Иногда эти встречи становятся интервью или даже частью телепередач. And this guy is my kind of prospector. Max? Oh, Mike! How are you? Finally you here. Very nice. It's great to meet you in person. I told you this is the best time now. Low tide. Yes. God, look at the size of this. Как хорошо после трудного дня приготовить вкусной еды. А вдвойне вкуснее, когда поймал своими руками, и втройне, когда приготовил сам. Но не только о Тайване я хочу рассказать в этих фильмах, но и о своей родине – России. Это великая страна с уникальным культурным наследием. Благодаря таким экспедициям я знакомлюсь с интересными людьми, познаю природу и могу показать красоту труднодоступных мест зрителю.